Привет! Сегодня у меня на разборе портативный ирригатор Reveline RL600. Давайте разбираться, что там к чему. У него есть встроенный Bluetooth-адаптер, акселерометр, чтобы измерять шаги, музыка, чтобы вы могли веселее чистить зубы, и, конечно же, радио. Ой, перепутала описание. Если вы не хотите тратить деньги на ирригатор, вы можете взять обычный шприц. Толку от него, конечно, мало, но зато сэкономите. И иногда сила убеждения все-таки срабатывает. Если у вас нет такого ирригатора, я вообще не знаю, как вы живете. Давайте проверим, пробьет ли он листок бумаги. Пах-пах. Пробил. Неожиданно. А если его потереть вот так, то вылетает джин. Если он портативный, его можно использовать вместо перцового баллончика и пулять негодяям в глаза. Если он пробивает лист бумаги, представляете, что будет с негодяями? Ирригатор Reveline RL600 – это портативная модель, которая заряжается от USB. Микро-USB. Микро? Микро, я все время их путаю. 4 часа, и он с вами на целых 2 недели без подзарядки. Вы можете его носить с собой, возить с собой, пуляться в друзей, знакомых и просто пошалить. Резервуар на 200 мл, его можно заполнять, заливая воду сюда. Или обливаясь самой. Когда заливаете, наклоняйте его горизонтально. Не повторяйте моих ошибок. Насадка вращается на 360 градусов. Это из новинок. Насадку достать достаточно просто. Вы просто вытаскиваете ее и меняете на другую. В комплекте 4 насадки. Это 2 стандартные, 1 насадка для имплантов и 1 ортодонтическая. На коробке было написано, что там для чистки языка. Ну вот мне пришел такой комплект, нужно уточнять. Сама зарядка и, собственно, ирригатор. У него 3 режима работы. Это мягкий, средний и высокой интенсивности. Здесь мы его включаем. И можем менять режимы. Вот этой кнопкой. Также есть режим массажа. У этого ирригатора есть цветовая индикация режимов работы. Вот здесь будет подсвечиваться нужный режим. А еще у него прекрасная память, в отличие от меня. Он запоминает последний режим работы. Классная вещь. Если вы не знаете, покупать этот ирригатор или нет, не сомневайтесь. Этот парень отлично очистит зубы и защитит вас от накалов, как мы уже выяснили. Будьте здоровы, не болейте!